Флейта Хочику из бамбука Мадаке. Размерностью 2,5 сяку. Вот такой она идеально правильной формы. Идеально такая ровная. Классическим загибом. А по строю тоже практически идеальная. Все звучит, все прозвучивается. И из особенностей это... Естественно, внутри есть конус, и достаточно много, так сказать, оставлены внутренние перегородки, кольца. То есть они, если посмотреть вот вовнутрь, там они прям вот, их хорошо видно, и это дает очень хорошие такие сопротивления внутри канала, и в зависимости от игры каких-то сочетаний, которые... Хонкёку присутствуют всевозможные цюре, хоро, переходы и так далее. Получается очень хорошее такое завихрение воздуха и постоянный такой происходит каждую секунду апгрейд вот этого потока воздуха. И звук по-настоящему такой дзенский, непредсказуемый, спонтанный. Это очень важно. Микрофона и всего этого девайса, устройства андроида вмещается только маленькая часть какой-то основной такой основной, да даже не основной, а какой-то наоборот, вот это когда, знаете, вот слышите через несколько дверей что-то там слышно, и вроде как бы это вот такой основной тон, а в то же время слышится маленький спектр, вот это как раз важно. То есть вы услышите разговор, допустим, человека, услышите, что он говорит там, скажем, про погоду или еще что-то, но вы не услышите его дыхание, вы не услышите какого-то присвиста, цоканья и так далее. Вы не услышите огромного спектра того, что есть в реальности. Вот примерно то же самое с... попытками передать звучание Хочику, передать его с помощью устройств. И даже очень хорошие устройства все равно не передают. Конечно, это лучше, чем просто, вот, может быть, обычное такое устройство, вот, смартфон или что-то. Но все равно даже при, на хорошем оборудовании сложно это передать, потому что... И сами микрофоны, и в итоге это все равно слушается. Вы тоже слушаете это все, скорее всего, на каком-то там устройстве. Мало кто обладает какой-то hi-fi, high-end аппаратурой. Вот, поэтому представление всего лишь такое краткое. Все остальное можно услышать, почувствовать непосредственно живьем и непосредственно играя на флейте. И совершенствуясь, погружаясь в традиционные... традиции и общаясь там с мастерами и так далее, и так далее. И тогда звук Хочику раскрывается полноценно. Вот. Тогда есть возможность понять, что и как в ней настроено, что и как в ней звучит.